Санта-Клаус надел свой красный костюм и сапоги с бубенцами, чтобы поздравить всех жителей Иерусалима с наступающим Рождеством. В этот раз добрый дедушка для своего путешествия выбрал не оленей и даже не верблюда, а воздушный шар. Его наполнили горячим воздухом, и Санта отправился в путь. Корзину шара он наполнил игрушками и другими подарками. Правда, аэростат далеко не улетел. Его привязали тросами, чтобы он оставался на месте. С высоты птичьего полета Санта пожелал всем людям счастливого Рождества и даже начал раздавать подарки. Счастливчики подбирали игрушки внизу под воздушным шаром. Это мероприятие организовало Министерство туризма Израиля. Предыдущие 2 года в стране не было больших празднеств из-за пандемии. В это Рождество все будет иначе. Иерусалим считается святыней 3 религий. Здесь находится храмовая гора, священная для евреев, мусульманская мечеть и храм Воскресения Христова. Также в городе есть много церквей, построенных там, где ступала нога Иисуса. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.